Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота». Меня зовут Серега. Выбрались мы сегодня с пацанами в разведочку проверить несколько мест интересных. Давно собирались. Вот сегодня как раз сюда и доехали. Значит, это Тёмыч там где-то сзади за моей спиной ходит с симплексом сегодня. Посмотрим, что там симплекс сегодня понаходит. Там Колян, Генчик, разбрелись мы, в общем, по полю. Есть у меня первая находочка, зацепился я. Выпало что-то бронзовое. Подумаю, что по нужному нам периоду сейчас я вам покажу. Пользуясь случаем, хочется передать привет группе в Вайбере Cop.ua. Ребята, вам всем привет. Спилки блогеров Украины. Полиция ЗТ, Тустани, ребят, в общем, всем огромнейший привет. Смотрим находочку. Это, друзья, Артем там копает с симплексом. Сегодня такая погода, просто жесть. Холодина, ветруганище. Смотрите, что мне выпало. Вот такая вот штука. Думаю, что это была ременная, может быть, накладка. Одно ушко обломано, но нужное нам по периоду, скорее всего, что это черники. А может быть и нет. Но, в общем, первая находка есть. Сейчас мы вот этот вот, вот это поле туда до конца все пройдемся и проверим в разведке. Давно сюда собирались. Вот, наконец-то доехали. Есть еще несколько мест по разведке на сегодня. Сейчас пробежимся здесь. Если ничего не будет, поедем дальше. Первая находка пока здесь есть. Ладно, друзья, смотрите. Мы пошли дальше искать. Друзья, прошли мы очередное поле в разведке. Вот это вот все. Такие места шикарные. Смотрите. Это Гешу там с Тёмычем. В общем... Ничего здесь нету. Места красивые, но ничего, к сожалению, нету. Идем к машине, идти нам где-то полкилометра еще. И попробуем переехать на хутор. Здесь рядышком по карте хутор был старый. Сейчас его нету. Домов 15 там стояло. Попробуем пробить хутор. Может, по дороге увидим какие-то еще интересные места. Остановимся, пробежимся. Разведка у нас сегодня. Такое дело. Нужно много ходить. Много ходить. Обращать внимание на керамику. Обращать внимание на домовые ямы. В общем, пока прошли два поля впустую. Но мы ж не отчаиваемся. Еще целый день впереди, у нас сейчас часов где-то 9, наверное, утра. Еще будем ходить. Так. Вот так вот, друзья. Ладно, буду выключаться. Надо проходить сейчас через камыши, кусты. Обращайте внимание, клещей очень много. Берите с собой баллончики от клещей, должны помогать, нам всегда помогали. В общем, берегите себя, мы погнали дальше, поищем еще какие-то новые поля.
Смотрите, что Колян делает. Колян Геша подсовывает свою катушку. Оп, сигнал. Сигнальчик. Опа, нету, пропал. Был хороший сигнальчик и пропал. Оп. Издевается над Геннадием. Ладно, друзья, идем. Вот такие вот приколы, когда нет находок и пустая разведка. Все друг на другом подшучивают. Ладно, пойду их догонять, а то ушли от меня уже далеко. Смотрите. У Тёмыча сигнальчик на симплексе. Не, это Геша нашел. Это Геша нашел? Да. Что там? Джир, один джир. Один джир. Крутяк. Да. Как тебе симплекс, Тёмыч? Ну, зашел мне прибор. Зашел? Зашел. Ну, пластику это... хорошо цепляет, КР-овскую, по крайней мере. Звук приятный. Дискриминация пойдет такая. Я понял, зашел, это хорошо. Да. Геша, а ты судой шел через эту, клещей нету? Не, не было. Не, говорит, дома посмотрим. Вон наша машина там стоит. На следующем поле. Сейчас будем переезжать. Смотрите, друзья, как котики цветут. Красота. Желтенькие. Есть такие, что еще не распустились, а эти уже такие пушистики-пушистики. Прикольно. Пчелы могут уже пыльцу с них собирать. Так, нам надо переходить болото. А вот котики еще, видите, эти еще не распустились. Махонькие. Весна уже, все. Сегодня еще какой-то холодный такой день, но уже скоро весна. Ладно, друзья, мы дальше гоним. Переехали мы дальше в лес, друзья. Короче, Колян нас просто везет такими дебрями. Сейчас я вам покажу. Третий день. Блять, я снял это. Хорошо, когда мы потеряли. Третий день пробираемся через лес. Заканчивается вода и кислород. Кругом чума. Едем по Чернозему на Черняховскую поселуху. Здесь куда-то куда был, мне кажется. Кусорок был. Сейчас выйдем куда-то. Смотри, не? Да. Да, наверное, да. Что, смотри, где пасека. Давай дальше. Да, смотри, фруктовые деревья, по-любому что-то было. Ну вот смотри, ковричуха вот какая-то. Яблоня растет. Вон, блядь, эти, как они, пулеметная точка, блядь. Кстати, так смотри, это хутор какой-то был. Может, да, лесничество здесь... какое-то. Да. Можно здесь пошастать, смотри. А где ж тут шастать? Ну, надо пасеку найти. Давайте, поехали туда. Видишь, это самая точка огневая. Что, сюда, туда? Направо, давай. Да. По любастеру. По любастеру. По главной, Коляныч. Почему знаки не смотрят? А вот тут они их и лупашат. Мушечка, смотри, бля, они их прикармливают, и оттуда стынут. Вот, смотри, вот тут можно походить. Стой, смотри. А что здесь? Смотри. Да это они если под себя расчистят. Выпуск какой ты хороший. Ты сейчас офигеешь дробь здесь копать. Да, стопудово, они что-то валят. Вышечка. Снова заезжаем в лес. Выехали на главную. Автомагистраль. Какая дорога, красота просто. Да, вообще, в лесу кайфово, настоящая, да? Старая дорога. Не то, что на поле. Так, нам, наверное, направо надо где-то, Колян. Столбик не сбей. Да, петляй направо.
И вот этот перекресточек тоже. Вот, да, кстати, можно было тоже старая дорога. Коляныч форсирует. Давай, Коленька, давай. Нету для этой машины бездорожья, просто нету. Смотрите, что делает, смотрите. Про днищем прогреб. Да. Вот это вот нам надо было проехать. Едем дальше, друзья. Прошлись по старым дорогам. Пока ничего интересного. Ездим, в общем, по разведкам, пока есть находок нету. Вообще никаких. Пройдено уже много километров. Но пока есть ноль. Причем разбредаемся все в разные стороны. Но что-то пока эффекта никого нету. Такая елка классная растет. Сейчас вам покажу. Ну, смотрите. Высокая. Здесь дом лесника когда-то стоял. Старые есть старые деревья, есть фруктовые старые деревья, вон яблоки растут, яблони. В общем, сейчас будем переезжать на поле. Пацаны там пообщались с трактористом, и он им сказал, что можно походить. В общем, сейчас поедем туда. Там походим, там стояла когда-то пасека, посмотрим, что там, будут какие-то находки, не будут. Такой дубяра, я не знаю, лет, наверное, ему 200-300, смотрите, какой здоровенный. Здоровенный дуб. Тут закладуха под ним. Под дубом копали, пацаны? Я пытался. Коляныч, контент делаешь мне? Что там, под дубом нету ничего? Есть, там дубу лет... Интересно. Тут 3000 сигналов. Дубу лет 300, наверное, это да? Это закладушный дуб, и под ним все закладают. Вот наша команда. Там Мартини. Тёмыч, Геша. Водка, коньяк. Привет вам передает Коляныч, который постоянно лопату забывает. А там еще один... Что, куда мы едем, Колян? Коляныч, куда едем? На пасеку. Куда? На пасеку? Да. Погнали. Поедем на пасеку. Все, грузимся и погнали. Смотрите. Хочет переехать вот этот вот ров. Посмотрите. Вот этот вот ров. Колян хочет переступить своей жужей. Давай. Давай, не стесняйся. Я сейчас посмотрю, как ты сядешь. Смотрите, что он делает. Смотрите. Ёперный театр. Вот это. Вот это да. Сидел еще два кабана, то я вообще даже ничего не могу. Колян, я в шоке просто. Я же перееду, я всегда так делаю. Блин. Я чтоб не вышел, ты бы не переехал бы. А если бы эти два вышли, то шо бы, блин. Едем дальше. Переехали мы, друзья, на другое поле. Вот Тёмыч с Коляном ходит. Там вон Генчик. Кроме нас тут еще... Это Геша. Кроме нас тут еще ходят два комрада. И был у меня такой шикарнейший сигнальчик. И смотрите, что лежит. Динарик мне вывалился, друзья. Серебряный. Залипший, правда. Уж очень залипший. Интересно, кто там? Мне кажется, пий. Ну, динарик. Коляныч нашел фибулу. Вот вам, пожалуйста, ЧК. В общем, будем ходить. Поле, конечно, хорошее, но грунты очень сложные. Очень минерализировано. В общем, будем ходить. Будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Хожу, друзья, по полю, выхаживаю место. И смотрите, какая находка. Это похоже со снаряда. Головка. Вот такая вот штука. Сейчас ее закопаю поглубже,
чтобы она тут на поле не валялась. Руками ее брать особо не хочу, если честно. Что-то я подбздюкиваю. Сейчас выкопаю яму глубокую и туда ее положу. Эхо войны, друзья. Эхо войны. Вот так вот. Пацаны ходят, пока ничего. Снег пролетает. Пролетает снег. В Киеве вроде как засыпало. Я чувствую, что и нас сейчас начнет засыпать. В общем, пока ходим, друзья. Будут находки, вы все увидите. Смотрите. Друзья, на улице дубарь просто мрачный. Так похолодало, снег пролетает. Но мы пока не отчаиваемся. Но это я чувствую, что ненадолго. Подошел к Тёмычу, он сегодня ходит с симплексом. Симплекс плюс. Сейчас посмотрим на его находочки. Ветруган такой, просто жесть. Полтора куша. О, ух ты. Полторачок. Сибула, пряжка. Средневековье рядышком здесь. Да. Можно было бы сходить. Ходячки зато, смотри, сколько. Ага. Прикольно. О, смотри, как симплекс на Деус реагирует. Колян. Колян к нам пришел. Ну, прикольно, понаходил что-то. Такое, да, цепляет. Гребет симплекс пластику, да? Да. Так, наверное, пойдем к машине, что-то я замерз. Ты как, Тёмыч, еще? Не, идем, идем. Идем? Идем, друзья, к машине. Аккуратно, не ломай прибор. Видишь, как ветер сдувает. Ветер сдувает, просто жесть. Такой ветер просто. Сейчас я присяду. Ой, присел, все равно не помогает, дует. Так, сейчас я к вам развернусь, друзья. Друзья, погода просто мрачная. Такой холод, ветер холодный, северный. Снег пролетает. Наверное, будем мы собираться доехать домой. Хватит на сегодня, нам накопались. Я нашел динарик. Пацаны что-то пластики накопали тоже. Тёмыч вон полторак нашел. Такое что-то. Поездили в разведке. Интересно. Поразведывали какие-то новые места. Ничего не нашли, правда. Но очень хорошо, приятно провели время. В общем, будем заканчивать коп. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Сезон только начинается. Так что будет нам еще куда ездить. Пока поля не засеяли, нужно будет ездить, кататься и искать. Все, друзья, всем удачи. Всем пока.